Аяты, на которых мы остановились, наверное, это одни из аятов, которые являются самыми обсуждаемыми в вопросах, когда затрагивают вообще тему джихада. Человек не воюет за деньги, человек не воюет за имя, нацию, за язык и тому подобное. Есть выше этого всего. Выше этого всего это слово Аллаха Субханаху ва Тааля. И это важно понимать. Ислам не религия, ударили по правой, подставь левую, либо же наоборот. Ислам не религия пацифизма, крайность какой-то. Ислам является религией середины. В какой армии мира существуют такие правила? Нет, ни у кого, я уверен. Хоть даже они будут утверждать, практика показывает обратное. Если война, значит мародерство. Если война, значит изнасилование женщин. Если война, значит убийство детей. Нет морали сегодня в войнах. Никакой. Как исламофобы пытаются показать, что главный аят Корана является, вот убивайте, где бы их ни нашли. Это указывает на их невежество, на их глупость. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Сегодня, иншаллах, мы продолжим чтение тафсира, и мы разберем сегодня два аята. Это аяты, на которых мы остановились, и, наверное, это одни из аятов, которые являются, наверное, самыми обсуждаемыми вопросах, когда затрагивают вообще тему джихада. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Бад аузу биллахи мина шайтани раджим, ясалунака анил ахилла, кул хия мавакиту линнаси вал хадж, валяйса лбирру би ан тату лбуюта мин зухуриха, валякинна лбирра ман иттака وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Всевышний Аллах говорит: о Мухаммад, они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи, это для определение времен, а также для хаджа. Эти слова Аллаха Субхану ва Тааля указывают на то, что является ответом сподвижникам, которые спрашивали у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, для чего нужны новолуния. То есть каждый месяц есть новолуния. Для чего, то есть в этом есть же какой-то смысл, и для чего это? Тогда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: Всевышний Аллах создал луну, и она протекает, или идет по своей траектории, по заданному своему движению, не просто так. Аллах Субхану ва Тааля в Коране упоминает в других аятах, что он является неким светильником. Также его, то есть предназначение Луны заключается в том, чтобы определять начало и конец месяца и начало и конец религиозных обрядов, а именно в частности поста в месяц Рамадан. Для этого смысл Луны, то есть его новолуние, а также определение вообще полнолуния, когда он берет, вообще вся наука связана с луной. И также для определения хаджа. В этом мудрость Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому, когда его сподвижники пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям спрашивали о луне, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ответил таким образом. Также Аллах Субхану ва Тааля далее отвечает на некоторые традиции до исламского периода. И вот этот момент очень важен. Когда мы говорим о исламе, говорим и часто всегда, и всегда мы это говорим о том, что нет такого понятия традиционный ислам и ислам настоящий, или же
традиционный или крайний и тому подобное. Ислам, как религия, как закон, он полноценен, он всегда одинаковый и не меняется. Меняются сами люди, которые так или иначе куда-то их заносят или они перетягивают. Кто-то не дорабатывает, а кто-то перерабатывает. Или же там искажает, или пытается неправильно понять. И поэтому в контексте тех событий, которые даже сегодня проходят в мире, и многие страны пытаются говорить о каком-то неком умеренном исламе и тому подобное, на самом деле это все глупость. Это указывает, во-первых, на невежество, во-вторых, указывает на то, что каждый пытается вникнуть в ислам или же внедриться в ислам и пытаться там что-то изменить. Это невозможно. Это даже если сами мусульмане даже захотят, они этого сделать не смогут. Есть такое понятие в народах мусульманских, говорят, это наша традиция. То есть совершают какой-то религиозный обряд и потом говорят, это наша традиция. То есть, тем самым хочу сказать, что когда появился ислам, он все традиции, которые не противоречили смыслу или целям, которые преследует ислам, ислам их сохранил. А те традиции, которые противоречили цели или же сути ислама, то без сомнений ислам это боролся с этим. То есть оно исчезло. И примером этому является данный аят, который сейчас мы прочитаем. Аллах Субхана ва Тааля говорит: благочестие не является то, когда вы входите в ваши дома с задней стороны. Хорошо, это не благочестие. А благочестием является это богобоязненность ваша. Так входите же в ваши дома с дверей, Аллах говорит. И бойтесь Аллаха, возможно, вы будете счастливыми. У арабов во времена джахилии была традиция совершать хадж. Хорошо? И когда они облачались в храм, входили в состояние храма, у них была традиция, что они не должны входить в дом вот так с дверей, вот, с передней, а надо обходить с задней стороны и зайти как-нибудь в дом, но не только не через двери. Когда же пришел ислам, что ислам сделал? Он сохранил хадж. Потому что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, это его мудрость, и это сунна пророков, которым даже арабы сохранили у себя от Ибрахима, алейхиссалям. Облачаться в храм, входить в состояние храма. И Аллах, Субхану ва Тааля, запретил их традицию во время состояния храма. То есть не по непонятным причинам, почему нельзя войти в дверь, а нужно опять входить как-то через сады, через зад и тому подобное. Аллах Субханаху ва Тааля это запретил. И почему запретил? Потому что это было одно из традиций паломничества. То есть ислам не запретил то, что не относится непосредственно к поклонению. То есть, например, угощение, например, как в народах как угощают гостей, как их встречают, куда усаживают, чем сперва поят или кормят и тому подобное. Эта традиция каждого народа, она сохранилась, и ислам это не тронул. Но традиции, которые связаны непосредственно с поклонением, то ислам их запретил, если они противоречат главному смыслу, либо же целям, которые преследует ислам. В хадисе, который приводится от Кутуба ибн Амира аль-Ансари, радиаллаху ан, он говорит, в хадисе приводится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис приводится от Джабира,
посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вошел в сад. И затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда вошел в сад, он вышел из дверей сада. Затем за ним вышел Кутба ибн Амир ан-Ансари, радиаллаху ан. Тогда сподвижники сказали: «О посланник Аллаха, поистине Кутб ибн Амир является торговцем. И он вошел с тобой, то есть в дверь». А Кутб ибн Амир в том состоянии облачился в храм. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ему сказал: «Что тебя заставило сделать так? То есть ты последовал за мной, будучи в храме, последовал за мной». Тогда он сказал: «О посланник», тогда он сказал: «Я увидел тебя, ты пошел, и я пошел за тобой». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отреагировал на это с одобрением. То есть он следует за тем, что делает посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Тогда он ответил, тогда он добавил и сказал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «Поистине моя религия – это твоя религия, и Всевышний Аллах, субхану тааля, не спасал аят, этот аят». То есть входить в двери, в некоторых тафсирах упоминается именно двери Каабы, когда они приходят, заходят в Мекку, с какой стороны заходить и тому подобное. Тафсиры относительно этого аята есть разные. Именно у них был обряд входить в врата Мекки с задней стороны, не в двери, пока они находятся в состоянии храма. Неважно, самый главный смысл – это то, что был обычай, который был до исламского периода, и он непосредственно относился к, был связан с поклонением. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, узаконил ихрам, хадж, но Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, его очистил от различных традиций, которые не имели смысла, либо же в нем было суеверие, либо же в нем было многобожие, либо же оно было придумано людьми. И сохранил Аллах, субханаху ва тааля, сам смысл хаджа и сам смысл поклонения. Аллах, субханаху ва тааля, обращает внимание, Аллах говорит: благочестие не то, что вы считаете. То есть, если ты пошел так-то или сделал так-то, то это является неблагочестие. То есть, это не показатель твоей богобоязненности или имана. А Аллах, субханаху ва тааля, говорит, показателем твоей богобоязненности или имана является сама богобоязненность. Когда ты оставляешь порицаемое и выполняешь одобряемое, либо же повелеваемое, то это является богобоязненностью. И Аллах говорит: «Вот такуллах ля'аллакум туфлихун». Бойтесь Аллаха, возможно, вы будете счастливыми. И поэтому в этом аяте есть указание на то, что ислам сохраняет культуру народов, их традиции, и даже в этом и есть мудрость, но то есть запрещает, искореняет то, что в своей сущности оно противоречит нормам, ценностям и целям ислама. Это очень важно понимать. И поэтому люди, которые принимают ислам с других народов, неважно, это украинцы, русские, американцы, европейцы, кто бы ни был, у каждого народа есть своя традиция определенная. И человек должен стараться сохранять ее, если она не противоречит нормам ислама. Некоторые думают: если я принял ислам, я должен полностью все искоренить у себя, чуть ли даже не на своем языке разговаривать. Это неправильно. Человек должен сохранить свой язык, свою культуру. То есть, и так ислам и распространился. Он когда вошел во все народы, когда народ, ислам распространился в народах, то сохранились традиции народа, но ислам их подкорректировал, можно сказать. Например, если взять Крымское ханство. Были художники. Художество ислам не запрещал. Более того, во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был художник, который рисовал и любил рисовать. И когда спросил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям: «О посланник Аллаха, я люблю рисовать, могу ли я рисовать образ человека?» Он сказал: рисуй отдельные части. То есть в исламе запрещается рисовать одушевленное творение в полной его составляющей, то есть в
полной мере. Например, возьмем Крымское ханство. Культура, художество было распространено очень сильно. Но и не было образов. Не рисовались портреты, не рисовались образы животных и тому подобное. Почему? Потому что, когда народ принял ислам, он сохранил свою культуру, но он ее подкорректировал шариатом, то есть исламом. Так же самое любые другие народы, и арабские, и арабы, и тюркские народы, и тому подобное. И поэтому мы даже сегодня видим, например, бракосочетание. В каждом народе есть своя некая изюминка, есть определенная традиция, но всегда она подкорректирована нормами шариата. Это важно понимать. Это важно понимать. Теперь плавно перейдем к одной также немаловажной теме. Это тема войны в исламе, тема джихада. Слово джихад уже оно ассоциируется у кого-то с пацифизмом, у кого-то, наоборот, с крайностью, у кого-то вообще с исламофобией. То есть фраза, которая стала, то есть из-за неправильного его трактования или же понимания, или же исполнения у людей началось разное восприятие. Вообще джихад в арабском языке означает, то есть когда человек возлагает на душу больше, то есть он усердствует своей душой. Хорошо? Это не тот, который губит свою душу, а тот, который усердствует ею, то есть совершает больше обязанного, либо же выполняет более трудное и сложное. И Аллах, субхану ва тааля, мы знаем, период ислама, был период ислама, когда джихад, ведение боевых действий было запрещено, учитывая определенную ситуацию, период и тому подобное. Мекканский период джихад был запрещен. В начале периода мединского периода джихад был запрещен. Затем Всевышний Аллах, субхану ва тааля, разрешил его этим аятом, который мы сейчас прочитаем. Аллах говорит: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, которые сражаются с вами, и не приступайте. Поистине Аллах не любит приступающих». Обратите внимание, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Сражайтесь с теми, которые сражаются с вами». То есть в этом аяте прямое Аллах говорит: «Сражайтесь на пути Аллаха». То есть здесь сразу Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, воспитывает человеке, в воине цель. Для чего? И вообще стоит понять, в исламе война это цель или это средство? Без сомнения, это средство. Это не цель. Потому что если была бы цель, то он бы нарушил все принципы вообще ислама. А в исламе Аллах субхану ва тааля сделал сражение средством. Средством чего? Достижения определенных целей, например, защиты, сохранение своего общества, жизни, чести, имущества, земли, страны и тому подобное. Это средство, да, человек приступает к нему, когда в этом есть необходимость. Это очень важно понимать. Также Аллах субхану ва тааля говорит: «Фи сабилилля», то есть на пути Аллаха, значит, соблюдая правила Всевышнего Аллаха. Потому что если человек не соблюдает правила Всевышнего Аллаха в ведении боевых действий, то это не джихад. О каких правилах Аллаха, субханаху ва тааля, говорится? Немножко упомянем позже. Во-первых, человек не воюет за деньги. Человек не воюет за имя, за нацию, за язык и тому подобное. Есть выше этого всего. Выше этого всего это слово Аллаха субханаху ва тааля. И это важно понимать. И поэтому Аллах говорит: сражайтесь на пути Аллаха. Защищать свою жизнь – это путь Аллаха называется. Защищать свою религию – это путь Аллаха. Защищать свою землю, свой дом, своих родных, близких – это на пути Аллаха. Потому что эту цель преследует ислам, то есть сохранение жизни, имущества и чести людей. Это главные принципы ислама. И теперь
Когда человек преследует это, например, на нашу страну нападают, человек что делает? Автоматически защищается. Это естество. Ислам не религия, ударили по правой, подстав левую, либо же наоборот. Ислам не религия пацифизма. Ислам не религия там крайности какой-то. Ислам является религией середины. Аллах Субхану ва Тааля говорит, с теми, которые сражаются с вами. Здесь Аллах четко подчеркивает, тот, кто несет в руках оружие и желает нанести тебе вреда. Валя та'таду, и не приступайте. В этом аяте подразумевается слова Всевышнего, подразумевается слова, то есть имеется в виду в словах смысл слов Аллаха Субхану ва Тааля в том, что у ведения борьбы на пути Аллаха есть правила. Их не приступай, и когда воюешь на пути Аллаха, воюй с теми, которые воюют с тобой. В хадисе относительно этого аята Хасан аль-Басри, рахимахуллах, сказал, Аллах Субхану ва Тааля говорит, не приступай, то есть не нарушай правила битвы на пути Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, тем, что ты уродуешь трупы. То есть после того, как ты, люди легли на поле боя, неважно, как прошла война, ты не издеваешься над трупами. Не крадешь трофеи, не прячешь их. Не убиваешь женщин и детей, а также стариков, а также тех, кто никакого отношения к войне не имеет, то есть мирные люди. А также не убиваешь монахов и людей, которые являются прихожанами храмов, как называется, у келии. То есть Аллах Субхану ва Тааля четко установил границу. Один просто вопрос, где существует или в какой армии мира существуют такие правила? Нет, ни у кого, я уверен. Хоть даже они будут утверждать, практика показывает обратное. Посланник Аллаха, салям, когда Аллах говорит, сражается только с теми, которые сражаются с вами, имеется в виду, несут оружие. Второе, либо же вредят вам. Второе, Аллах говорит, не приступай к границе дозволенного. Граница дозволена, это является, то есть здесь есть мораль, здесь есть проявление человечности. Мы видим, все войны, которые проходят сейчас, и эти кадры, издеваются над этими трупами, уши режут, пинают их и тому подобное. Издеваются, раздевают, отрезают конечности, органы и тому подобное. Это Аллах, посланник Аллаха Сусалям запретил. Даже запретил это сделать из-за ненависти. Например, у человека была ненависть к кому-то, и он убил, и еще и отомстил, там, добив его, будучи мертвым. Это запрещено. Запрещено трофеи воровать, либо прятать их. Запрещено убивать женщин, детей, стариков. То есть это, субханаллах, ведение боя, сохраняя все человеческие права и морали вообще. То есть в исламе джихад подразумевает собой это. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Инна Аллаха ла юхиббуль муътадин». Всевышний Аллах не любит преступающих. То есть, другими словами, преступников. В хадисе который приводится в сборнике имама Муслима от Бара ибн Азиба, радиаллаху ан, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил сподвижникам, прежде чем они выходили на битву. Он говорил, воюйте на пути Аллаха, то есть сражайтесь на пути Аллаха. Сражайтесь с теми, кто не уверовал в Аллаха. Сражайтесь и не забирайте, то есть трофеи, не прячьте их, не крадите их. Сражайтесь и не уродуйте трупы. Не убивайте детей. В другой версии хадиса, который передает Абдулла ибн Аббас, посланник Аллаха, салям, когда отправлял армию, он говорил, выходите с именем Аллаха,
сражайтесь на пути Аллаха с теми, которые не уверовали в Аллаха, здесь имеется в виду, подразумевается, с вашими врагами, которые сражаются с вами. И не приступайте. Валя та'таду. Хорошо? Валя та'глю. То есть не крадите трофеи. Валя туматтилу. То есть не уродуйте. Посланник Аллаху салям говорит, не убивайте детей. Не убивайте монахов в кельях. Либо же то есть, людей, которые находятся в храмах. Однажды посланник Аллаха салям в хадисе приводится в сборнике имам аль-Бухари и муслима от Абдулла ибн Умара. Посланник Аллаха салям увидел убитую женщину в некоторых из своих битвах. Увидел невинную женщину, которую убили. فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمْ قَتْلَ النِّسَى وَالصَّبِيَ. И посланник Аллаха салям запретил убивать женщин и детей. То есть это то, с чем был послан посланник Аллаха салям Аллаху салям. Вся миссия пророка заключалась не в том, чтобы взять и меч сражаться, а для его миссия была донести ислам до людей, донести волю Всевышнего Аллаха Субхана Таля до людей. И если есть угроза, тогда что делать? Защищать. И даже когда защищать и когда сражаться, посланник Аллаха Сусаля прописал, указал на всю мораль и человечность ведения боев. Иными словами, ислам не несет с собой цели, то есть просто брать и сражаться, и вырезать, и убивать. Нет у ислама этой цели. Цель ислама заключается в том, чтобы донести волю Всевышнего Аллаха, донести единобожие, донести пророчество посланника Аллаха салям, до всего человечества. Но когда верующим угрожает опасность, когда на их страны нападают, когда угрожает жизнь их земле, их народу, их религии, их жизням, тогда мусульмане не сидят. И поэтому Аллах Субхану Аталя говорит, сражайтесь. И поэтому посланник Аллаха салям, после Мекканского периода, когда было запрещено сражаться, он не сражался. Но только как пришло повеление сражаться, посланник Аллаха салям, собрал армию и что делал? Сражался. Для того, чтобы освободить свои земли, для того, чтобы защитить свою религию, для того, чтобы вернуться обратно в Мекку, для того, чтобы очистить Мекку от многобожия. И более того, когда выходил он с подвижников, учил и наставлял, как нужно вести битвы. Сегодня ни в одном мире, ни в одной армии мира этого нет. Чтобы была мораль, этикет, культура вообще. Если война, значит мародерство. Если война, значит изнасилование женщин. Если война, значит убийство детей. Нет морали сегодня в войнах. Никакой. И поэтому, несмотря даже на это, Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, запретил приступать. Когда Хамзу, дядю пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, убила женщина. Как ее звали, напомните? Была жена, супруга Абу Суфьяна. Она наняла эфиопца, тот, кто метал копья. Копейщик. Для того, чтобы он убил Хамзу. Когда он убил Хамзу, она вырезала у него органы. То есть, поиздевалась, считается, после его смерти. В гневе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, повелел также поступить с теми, кто это сделал. И тогда Всевышний Аллах, субхана ва тааля, запретил ему делать это. Это указывает на то, что Аллах говорит: «Валя яджриманнакум шанаану каумин аля алла та'дилу». Аллах говорит: «Иъдилу ху акрабу лит-такуа». Пусть вражда народа к вам, к
которые, то есть пусть вражда народа к вам не подтолкнет вас к тому, чтобы вы поступали несправедливо. Аллах говорит, будьте справедливыми, ведь это ближе к богобоязненности. Это указывает на то, что даже если кто-то поступил, ведя битвы таким образом, мусульман не имеет права отвечать таким образом. Хотя это глубокая, то есть, тема, глубокая глава, и она, то есть, не для общих таких уроков, потому что нет такой пользы в изучении таких глубоких вопросов. Хотя Аллах Субхана Тааля говорит: «Фа'атаду алейхим бимитли ма'атаду алейкум». Сражайтесь с ними так, как они сражаются с вами. Некоторые из ученых сказали о том, что мусульманин имеет право применять те же средства. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, помимо того, что запретил убивать невинных людей, он запретил ломать дома, церкви, храмы, вырезать или ломать деревья, урожай, сжигать и тому подобное. Это все указывает на то, что смысл вообще джихада в исламе – это не уничтожить, а остановить зло, насколько это возможно. Для этого он и существует. И поэтому тот, кто трактует это по-иному, или как исламофобы пытаются показать, что главный аят Корана является «вот убивайте, где бы их ни нашли», это указывает на их невежество, на их глупость. На этом, иншаллах, мы закончим, и на следующем уроке мы, иншаллах, обязательно продолжим эту тематику. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.